Здравствуйте. Сегодня мы будем составлять загадку про собаку. Что умеет делать собака? Послушайте. Собака умеет рычать. А кто еще умеет рычать? Медведь рычит, но не медведь. Что собака делает с косточкой? Собака грызет косточку. А кто еще умеет грызть? Это мышь. Грызет, но не мышь. Зачем хозяину собака? Чтобы дом сторожить. А как еще хозяин может дом сторожить? Повесить замок. Дом сторожит, но не замок. Вот наша загадка. Рычит, но не медведь, грызет, но не мышь, дом сторожит, но не замок. Кто это? Собака. Загадайте загадку своим друзьям и близким. Спасибо за внимание.